Новый год, и людям очень хочется верить в чудеса. И в чудеса верить это, конечно, правильно и нужно. И очень хорошо верить в чудеса, когда ты видишь вокруг себя что-то чудесное, интересное и сказочное. Вот как раз сказочный мир — это такой элемент сказки, который всегда с тобой может быть. И это такие вещи, которые, я думаю, что они способны вызвать ощущение праздника. Даже когда кончится Новый год, и зимой, и зима кончится, на доставку вот такую вот штуку летом. Вспомнишь, как бывает радостно и сказочно.